Под звуки духовного оркестра «Держава», под зажигательные танцы студентов Ульяновского летного училища. Сегодня в аэропорт Ульяновск-Боратаевка прибыл первый пассажирский рейс «Москва-Ульяновск». Сегодня мы в честь открытия аэропорта мы организовали флешмоб. Вот, вышло на самом деле очень здорово, всем очень понравилось, все не ожидали. И на самом деле мы не первые, кто организовали такую вещь. Были ребята из Красноярска, они сделали точно такую же классную штуку, удивили пассажиров. Торжественное открытие обновленного аэропорта состоялось несколько дней назад, 6 сентября. Напомним, воздушные ворота начали реконструировать еще в 2010 году. Новую жизнь здесь получило здание аэровокзала. Спустя 5 лет после начала ремонта занялись реконструкцией взлетно-посадочной полосы и объектов аэродромного комплекса. Общая длина полосы 3 километра 100 метров. Это на 100 метров больше, чем в Самарском Курумыче. Летать отсюда можно будет не только в Москву, но и в северную столицу, Екатеринбург, Саратов, Пермь, Нижний Новгород, Уфу, Минеральный воды, Симферополь и Сочи. А со следующего года планируются полеты в страны Европы и Азии. С 28 октября уже аэрофлот открыл продажу билетов. Вот. И на следующей неделе я буду переговаривать с авиакомпанией Red Wings, чтобы еще дополнительно рейсы были в аэропорт Домодедово. То есть у нас будет 5-6 рейсов во Внуково, 2 рейса в Шереметьево. Ну и я надеюсь, что несколько рейсов Домодедово, это ежедневно. И вот он, торжественный момент. После приземления самолет проходит сквозь водяные ворота. Еще одна старая и добрая традиция. Так в аэропортах нашей страны встречают не только первый рейс, но и первый самолет новой авиалинии. Первый рейс открыл самолет «Бомбардир CG-200». Воздушное судно приземлилось в 12:10 по местному времени. На борту самолета порядка 50 человек. Среди первых пассажиров оказались спортсмены хоккейного клуба «Мурман». Говорили, что аэропорт открывается, был на реконструкции, но мы не думали, что прилетим и нас так здесь встретят. Необычно, приятно на самом деле, когда так встречают. Под впечатлениями пассажиры, которые ждут вылета из Ульяновска в Москву. В этот день они тоже оказались первыми, кто улетит из обновленного аэропорта. Мы первые, кто пришли в этот аэропорт. У нас праздник на празднике. Спасибо. И погода хорошая, и Волга прекрасная. Хорошо все. Чистенько, красиво. Пока никаких замечаний нет. В Боратаевске, да, была. Да, очень сильный, да, сильный он изменился в лучшую сторону. Красивый. В лучшую сторону. Аэропорт Ульяновск-Боратаевка отвечает всем требованиям безопасности пассажирских перевозок. Кроме того, воздушная гавань способна принимать самолеты практически любого типа. Рената Алиулова, Александр Кудряшов. Новости Ульяновской правды.